Bayview Entertainment. Все хорошо. Все будет хорошо. Не плачь. Я не хочу, чтобы все было плохо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Фильм Эндрю Джара. В главных ролях Валерий Ален и Джо Синклитика. Пустое пространство. Эй! Доставка! Эй! Дядя Боу! Да. Привет. Прости, я не могла открыть. Видишь камень у двери? Под ним $20. Так что возьми деньги и оставь еду. А потом сядь в машину и подай сигнал. Вы серьезно? К сожалению, да. Чаевых не получишь. Я уже оставила больше, чем нужно. Но я не могу дать тебе их сама, так что... Просто оставь еду. Ради вас, генерал Чоу. Ты сможешь. Этаж ЛЛ. Вы слышали, что я сказал? Вы из тех, что с приветом? Я не понимаю. Мисс Эндрюс, все в порядке? Конечно, нет. Если есть вопросы, мой кабинет там.
Но, мисс Эндрюс, лучше без вопросов. Алло. Алло. В смысле, привет. Черт, я вешу уже 10 минут, и это меня бесит. Очень жаль. Работа не тяжелая. Сейчас мне это не подходит. А что подходит? Не знаю. Как дела? Как понедельник? Была паническая атака, и я уволилась, так что Гарфилд был прав. Да, он провидец. Я Мел. Эйми. Подумай об этом. «Исцелимся вместе». Групповая терапия. Помогает. Ной. Ну что ж, ребята, давайте сядем и начнем. Марта, может, начнем с тебя? Черт, друг, через неделю я ее трахну. Даже не подойдешь. Две недели. Эй, придурки, не знаю, осознаете ли вы, но вы оба взрослые. Вы не подростки. Спорный вопрос. Да. Раз у тебя игривое настроение, тогда, Джеймс, начнем с тебя. Ну, я Джеймс. Все зовут меня Джейми. Привет, Джейми. Эй, так не принято. Ничего. Ничего, я ценю твой энтузиазм. Ну, в общем, трудно выходить из дома. Ты куришь? Черт, да. И помогает? Немного. Но мне приходится уговаривать себя, чтобы выйти из дома. А когда я выхожу, не могу дышать. Как будто воздух сгущается.
Я понимаю, насколько все плохо. Черт, да. Все за тобой следят? Какие-то галлюцинации, фигуры в темноте. Хочется сбежать ночью или... когда хочешь выйти. Неважно. Ты что, реально чокнутая, да? Джеймс, может, продолжишь сидя? Я думаю, то, о чем говорит Джеймс, и о чем говорит наша новенькая, это выбор, да? Или страх выбора, да? Мы спрашиваем себя, что я сделал? Мы виним себя. Что я сделал плохого? Этот выбор нас преследует. Но я выбираю движение вперед. Я выбираю движение. Я выбираю страх. Это твой выбор. Выступила. Да, и все испортила. Это первый шаг. Итак, ребята, давайте сядем и продолжим. Идем? Войди и открой глаза. Господи, это какой-то кошмар. Сейчас увидишь. Очень надеюсь, что это не... Сюрприз! Сюрприз! Боже. Да? Господи, ух ты. Ты удивлен? Да, но я говорил, что терпеть не могу вечеринки-сюрпризы. Именно в этом состоит сюрприз. Господи. Спасибо огромное. Эй... как дела, приятель? С днем рождения! Как жизнь? Боже мой, просто не верится. С днем рождения! У меня кое-что есть. Здорово. Кто бы ты ни был, уже поздно. Войдите. Мы вас знаем? Эми.
чудо в пустоте. Привет, можно сесть? Привет. Что ты здесь делаешь? Хотела зайти в бакалею, но пришлось укрыться. Ты выбрала правильное место, потому что никто не читает. Классное место. Я живу совсем рядом, и мне разрешают здесь сидеть. Для меня тут все бесплатно. Здорово. Тебе холодно? Вообще-то нет. А, мне так нравится. Грета Вудрю. Воспоминания о будущем. Так ты ведьма? Да, что-то в этом роде. Всегда хотела почитать что-то подобное, но не знаю. Тогда я проведу тебя в кроличью нору. Отлично. Начни вот с этой. Практическая астрология. Так, Дэвид Уиллер. Психовосприятие. То, что надо. Только скажи, я тебе не наскучила? А в этих книгах говорится о том, зачем мы здесь? Конечно. Здесь есть ответы на все вопросы. Просто не ищи конкретику. Я часто говорю, что все взаимосвязано, и это просто способ найти свое истинное «я». Но, похоже, наиболее логичный ответ — жесть случается. Возьми, к примеру, Христа. Бог послал Сына спасти нас всех. Он спустился, встретил нас, а потом... Случилась жесть. Постоянно случается. Наше общество угасает. Это моя любимая. Она о мозге. О том, что мозг — самый мощный инструмент, а восприятие диктует нашу жизнь. Это как-то пугает. Нет. Видишь ли, мне нравится думать, что вокруг нас целая вселенная, и в ней есть все. Но без нашего мозга, без силы восприятия, это не имеет смысла. И ты в это веришь? Я бы не верила, если бы задумалась. Сила сознания. Приятно думать, что за этим что-то стоит. Я хочу верить. Все хорошо? Знаешь, почему я в группе? В первый день, получив права, я попала в страшную аварию. В первый же день. Я не могла ходить. Говорили, что я не смогу ходить. Но однажды подруга принесла мне эзотерические книги ради смеха. И сколько ты училась ходить? Научиться ходить заново — это очень долгое дело. Люди тебя забывают и живут своей жизнью, пока ты прикована к постели. Мне оставалось жить в своих мыслях и читать эти книги. А я все время пыталась найти причину. Это случилось со мной? Почему? Да, я тоже. Я пытаюсь найти силы, чтобы сесть за руль. Просто так проще поверить, что не все безумно. Хотя мир — сплошное дерьмо. Земля не терпит нас.
Мисс Эндрюс, постойте, я... Я рад, что вы зашли. Как у вас дела? У меня приступы тревоги, я не сплю, депрессия. Все как у всех. Иногда даже кажется... Что вы в этом застряли? Да. Что-нибудь принимаете? Успокоительное. Уже кончается. И вам становится лучше? Знаете, подушки безопасности работают, когда у вас есть страховка. Ну, шутите. Хорошо. Помогает. Вы пытались считать вдохи-выдохи? А помогает? Простые вещи тоже нужны. Давайте попробуем. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и считайте до 5. А если не выйдет? Считайте до 10. Все могло бы быть иначе. Вы не хотите зла. Ты правда хочешь знать? Конечно, хочу. Отлично. Ты неплохой. Ты забавный, классный. Даже очень. Спасибо. Нам не нужны такие моменты. Как только он появляется, ты становишься мини-Брэдом. Мне это не нужно. Конечно. Но у меня нет времени, чтобы это проверить. У меня получится только тогда, когда его не будет? В общем, да. Как дела, подруга? Пусть у тебя будет свой экземпляр. Он тебе нужен. Господи, спасибо. А я думала, что я ведьма. Ты уже прочла? Начала. Там что-то о предсуществах, которые могли менять восприятие и не состоялись как люди. Ты об ангелах? Да, на этом я остановилась. Если будешь бросать на каждом странном месте, тебе не одолеть эти книги. Их пишут психи. И что они дают читателю? Просветление, да. Эй! Я могу смеяться, улыбаться, будто я совершенно спокойна, будто пытаюсь исправить то, чего не вернуть, пустое пространство. Знаешь, то, что мы не видим причины, не означает, что ее нет. Пространство должно быть пустым, чтобы мы могли его наполнить.
Ной мог бы пережить это. Он бы пошел дальше. Я не успела попрощаться. Это плохие воспоминания, которые не забыть. Может, и не надо. Это все, что осталось. Пустое пространство. Все хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Да, я читала. Отличная книга. Отдай! Я примерю. Нет, примерю. Отдай! Шапка просто уродская. Это подарок. От кого? От секонд-хенда? Или это подарок от парня? А. Слушай, я... Я правда... Пошел ты! Ты засранец, и все видят тебя насквозь. Ты жалкий... Ублюдок. Даже друзьям не нравишься. Эй, прости меня. Но ты козел. Все хорошо. Все в порядке. У меня кое-что есть. Отлично. Слушай, я как раз ее искала. Правда? Да. Странно, потому что я нашел ее где-то в самой глубине шкафа. В мишуре. Это новогодняя шапка, поэтому ее надо вернуть. Ладно. Знаешь, если мне будет весело на вечеринке... Уже весело. Уже весело. Но ты тоже...
должна веселиться. Тоже. Все хорошо. Все будет хорошо. Эй, встань к стене! Все можно исправить. Ты врешь. Все врешь. Вы не хотите зла. Все хорошо. Эйми. Не ходи с ним. Не ходи с ним. Доброе утро. Садись. Это сон? Надеюсь, нет. Давай. Какую яичницу? А, точно. Болтунью. Что происходит? Ной! Я готовлю завтрак. Ты умер? При чем тут вообще завтрак? Я тоже умерла. Я уже на небесах? Отстой. Ты не умерла. И это не небеса. Если ты плод моего воображения, прошу, исчезни. Немедленно! Эй, поешь. Я не хочу завтракать. Возвращайся, откуда пришел. Не могу. Может, тут какая-то космическая ошибка, или это чудо, но я здесь. Я реален. Надеюсь, я не разговариваю сама с собой. Не могу. Господи. Веселись тоже. Все хорошо. Все будет хорошо. Один, два, три, четыре, пять. Эми, ты рано? Дыхание... не помогает. Все в порядке? Вы священник. Да, да, прости. Я не религиозна, ничего? Моей религиозности хватит на двоих.
Поговорим? Да, да, да. У меня есть свободная минутка. Я сумасшедшая? Каждому иногда нужна помощь. Я прав? В суде, да. Есть места, куда ты можешь обратиться. Можно спросить? Да. Скажем, что-то произойдет, и все ваши проблемы вдруг разрешатся. Как вы это узнаете? Как можно во что-то поверить? Например? Трудно объяснить. Стой. Ты просишь разрешения принимать наркотики? Если бы я сидела на наркотиках. Я сказала, наркотикам нет. Скажем, есть человек, который хочет помочь. Думаю, в таком случае нет однозначного ответа. Надо верить в себя и сделать правильный выбор. А если выбор неправильный, надо его изменить. Вы точно священник? Тебе нужна одна вера. Вера в себя. Вера, да? Я уверен. Что ж, мне пора. Да, 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 конечно. Ладно. Пусть укажут в протоколе, что я психопатка, и я это осознаю. И что? К черту. Кажется, у меня получается. Становится лучше. Простите. Я так всего боялась. Даже того... Не надо бояться. Все, чего ты хотела, здесь, перед тобой. Спокойной ночи, Эйми Эндрюс. А потом... Ким вырвала на Арчи, потому что она перепила. Я думала, ты отключился. Нет, нет, я все помню. Надо же. Так, что произошло? Ты же супергерой. Это не важно. Да. Просто, неужели тебе не интересно? Ну, это не небеса и не сон, если тебя это волнует. Да, с этим разобрались. Но неужели ты не пытался... Что? Не знаю. Найти Бога, встретить Джона Леннона, Тупака. Я занималась тем, что искала хоть что-то. Там можно лишь смотреть, глядеть в темноту, надеясь что-нибудь увидеть. Если Бог может вести тебя, нас, это важно? Значит, ты видел Бога? Видел, но не слышал. Не мог чувствовать. Коснуться, любить. Это ты. Твоя теплота,
вырвала меня из тьмы, из пустоты. Даже в темные времена ты помогала мне. Ты всегда мне помогала. Ной. Привет. Хотела поймать тебя на встрече. Да, прости. Все так сильно переменилось. Вижу. Новый парень? Он здесь? Познакомишь? Ну, не сейчас. День рождения. У тебя день рождения? Ух ты, да. Откуда знаешь? Догадалась? Ну, я приглашаю всех в Hope and Anchor. Приходи. У меня были планы на вечер. Приводи свои планы с собой. Она улыбается. Волнуется за тебя. Почему? Я давно тебя не видела. Верно. Постараюсь. Да, приду. Обещаешь? Конечно. Слушай, мне пора, скоро увидимся. Почему ты не вышел? Не надо ей видеть. Почему? А день рождения? Она о нем думала. Я услышал. Услышал мысли? Это просто. Они на виду. Когда я вернулся... Значит, ты можешь... Конечно. Да. Это не страшно. Просто иначе. Перестань читать мои мысли. Не нравится? Нет. Я не думал, что это важно. Давай оставим эти разговоры за пределами наших тел, пока я не привыкла к твоим способностям. Я не призрак. Все это сложно переварить. Мне нужно время, чтобы свыкнуться. Это я. Я говорил, нечего бояться. Сны ничего не значат, что бы ни снилось. Прошу, прекрати. Все это немного неожиданно. Не смотри так. Не смотри так, прошу. Черт! Прости, все хорошо? Нет. Ты меня ударила.
помочь? Был жуткий день. Я получил по заслугам. Не заслужил. Ну, не сегодня. Ты ходишь за мной? О, я хотел сказать прости, а ты меня стукнула. А, ну, извини и спасибо. Да. Не знаю. Я сожалею. Иногда я смотрю на себя со стороны, но не могу ничего поделать. Я не знаю, что еще выкину. Просто я не могу все потерять. Если я буду контролировать себя, может, люди поймут, чего я хочу. Даже если это... Не знаю. Когда пытаешься быть крутым, оказывается, что так и есть. Нельзя от этого убегать только потому, что тебе тяжело. Знаю, знаю. Я хочу извиниться. Я не хотел... Хорошо, принято. Но запомни, ты не крутой. Ты грубый. Да, точно. Ну... Мы на одной волне? Пока что не совсем. Точно? Ладно. Слишком рано. Алло. А, да-да. Поговорил. Да. Нет-нет. Можешь поверить, брат. Она в меня втрескалась. Я говорил. Нет-нет-нет. Слушай, все впереди. Нужно только проявить терпение, так что... Алло? Эй! Эй! Звонок прервался. Отстой. Я перезвоню. Давай. Это дурной сон. Просто сон. Кошмар. Все в порядке. Это лишь кошмар. Все хорошо. Это дурной сон. Все будет хорошо. Это был кошмар. Привет. Как ты? Снился дурной сон? Да, вроде того. У тебя каша в голове. Мне не разобраться. Эй, я просила не лезть туда. Мне не нравится, когда ты лезешь мне в голову. Откуда тебе знать? Что? Откуда ты знаешь? Откуда знаешь, что нас здесь нет? О, нет. Ты борешься. Это ложь. Все ложь. Пусти меня. Нет! Ладно. Так, ребята, давайте вернемся к делу. Джейми, ты видел Брэда? Нет. Он
Ты видела Брэда? Боже, Эйми! Прости, видела? Нет. А что? Сны что-то значат? Что? Сны могут влиять на реальность? Я читала, что сны — это наше бессознательное, использующее силу нашего... Сознания? Да. Оно дает свободу и позволяет видеть будущее и прошлое. Как это узнать? Ну, никак. Это недоступно. Черт. Да. Это астрология, детка. Одна теория, никаких ответов. А тебе снились странные сны? Что-то не так? Пожалуй. Возможно, у меня нет ответов. Я не знаю, где правда. Спроси кого-нибудь другого. Священника? Эми, что происходит? Ничего. Порядок. По тебе не скажешь. Дашь мне книги? Конечно. Я их перечитывала. Эй, помни. Разум — самый мощный инструмент. Не теряй его. Я не контролирую разум. Это твой разум. Власть у тебя в руках. Спасибо. Телепатия во сне. Должно быть. Что со мной? Это лишь сон, всего лишь сон. У меня есть ответы. Я могу дать тебе все. Я могу дать тебе ответы. У меня есть ответы. Но ты должна идти домой, идти домой, домой, домой. Иди домой! Нужно войти. Что? Ничего. Ты меня напугал. Напугал? Или пугаю? Ты стал другим. У меня открылись глаза. Я многое увидел и... хочу поделиться. Не знаю. Тебе нельзя верить. Почему? А вдруг это не ты? Конечно, я. Слушай, тут есть два варианта. Либо ты сумасшедшая, и все это в твоей голове. Либо... либо это реальность. Я реален, а ты не хочешь это признать. Какой выберешь? Мне пора. Не делай то, чего не хочешь. Нет, я пойду. Ладно. Раз надо, иди. Ого!
Надо же. Привет. Я тебя еле нашла, Мел. Вообще-то есть телефон. Поговорим? Да. О, привет, Эйми. Ты видел Брэда? Кого? Брэда, помнишь? Я не знаю Брэда. Знаю Пола. Он твой лучший друг. Брэд. Какой Брэд? Брось, Джейми. Он курит? Мел, скажи ему. Нет, парень постарше — это Пол. Какой Пол? Я говорю о Брэде. Прости, подруга, я не понимаю. Смотри, милый крысик. Ты только посмотри. Вы что, вместе? Давно? Ну... Ты лучше нас знаешь ответ. Черт. Ты что, накурился? Да. Нет, я знаю. Это было летом. Или осенью. Мы накурились? Брат исчез. Его нет. Эйми, о нем не слышали. Это было в реальности. А его словно не было никогда. Эй, как бы то ни было, все будет хорошо. Не говори так, никогда не говори. Эйми, что за черт? Он умер или все-таки не умер? Он вернулся и... Два варианта. Всего два. Он у меня в голове. Плод моего воображения. Если это Ной, то чего-то не хватает. Чего-то... Что? Чего не хватает? Человека. Человеческого. Избавься от него. А вдруг я не права? Вдруг это мне нужно? Я думаю, ошибка состоит в том, что мы полагаем, будто что мы имеем и есть то, чего мы хотим. В чем ошибка, если у меня в доме демон? Пришелец. Я... Эйми, о чем ты вообще говоришь, черт возьми? Марта. Нет, в смысле, ты являешься сюда, выглядишь дерьмово, и несешь какую-то чушь. Это первое, что вы решили сказать? Так помогите мне или заткнитесь. Эйми, прости, я... волнуюсь. Мы все волнуемся. Что со мной? Простите. Все нормально. Брэд? Брэд, где ты был? Я приболел. О, а я думала... Что-то случилось? У тебя усталый вид. Нет, просто в голове куча мыслей. Иди домой. Отдохни. Нет, все хорошо. Тебе надо домой. Так будет надежнее. Почему ты не позвонил мне после свидания? А? Ясно. Ты влюблена в своего бывшего. Я не хотел мешать. Мой бывший умер, и ты это знаешь. Ной тебя ждал. Что он с тобой сделал? Иди домой. Пусти! Куда побежишь? Где спрячешься? Я решила попробовать выйти, наконец, из дома. Я дошла до Макдональдса. Я не хотела есть, но зашла. И ребрышки
были ужасными. Просто отвратительными. Надо поговорить. Это срочно. Ладно, хорошо. Давайте сделаем перерыв. Пойдем. Выйдем. Простите, что прервала. Я несносная. Марта, вы прелесть. У вас все здорово, кроме цвета. Ты сможешь победить! В общем, я пришла в парк, а там Брэд, которого никто из вас даже не помнит. И он говорит: «Ной тебя ждет, а Ной у меня дома». То есть, Ной мертв, а вы мне не верите. Об этом сказано в Библии, в конце. В католической нет. Мне нужна помощь. Хорошо, Эйми. Ладно. Да, это странно, но это правда. В смысле, он здесь, прямо передо мной. Прямо как я сейчас? Нет, ну, конечно, не так. Прошу, поверьте, кто-нибудь, поверьте. Понимаешь, я не вижу в этом смысла. То, что вы не видите смысла, не значит, что его нет. Слушай, скорбь творит странные вещи. Вопрос открыт. Нет, тут что-то другое. Что-то злое. Эйми, я тебя провожу. Вы мне верите? Эйми, я... Вы не можете помочь. Эйми, стой! Эйми! Стой! А вдруг Бог тебя оставил? Это кто? Выйди на свет. Нет ни рая, ни ада. Только вечность. У нас тут не религиозная группа. Ты будешь и дальше искать его любовь? Или возненавидишь? Что ж, ладно. Кажется, тебе лучше уйти. Людские жизни столь ничтожны. Вы мало ими пользуетесь. Но он видит всех вас. Вы недостойны ада. Но его внимание обращено на вас. Что ты делаешь? Я тебя стираю. Скажи, будешь продолжать, зная, что о тебе забудут? Будешь помогать людям? Будет ли это важно? Только это будет важно. Если он не придет, я съем печенье. В целом, это все. Значит, Ной вернулся? И убил моего лучшего друга. Не совсем убил, но друга больше нет. Из-за этого мы не помним, как познакомились. Да, Мел ненавидела Брэда, а тот вечно был рядом. А когда его нет, вам ничего не мешает. Но зачем это? Кто знает. А может, если мы вместе, то это не так уж и плохо? Это хорошо. Да, возможно. Возможно, но давайте пока не будем обольщаться. Что ты планируешь делать? Не знаю. Выйдем на кухню? Да, конечно. Надо что-то делать. Остановить его. Завтра. Завтра вы обо мне забудете, но я боролась до конца. Я продолжала борьбу. Если бы я знала, что делать, я могла бы доказать,
что была здесь, в реальности. Эми, я тебя не забуду. Помни, что тебя впервые поцеловала девушка. И все. Ну, ладно. Я будто стою на месте. Может, вам сфотографироваться? Так будет надежнее. Точно. Но я уже целовалась с девушкой. Я пытаюсь исправить то, чего здесь нет. Что-то не так. Надо что-нибудь сделать. Знаю. Присмотрим за ней. Ладно. Пустое пространство. Почему не заходишь? Тебе некуда идти. Почему ты прячешься? Я не прячусь, я очищаю разум. Когда ты ушла, я не понимал, что делать. Я не хотел за тобой бегать. Я знал, что ты вернешься, но тебя долго не было, и я скучал. А потом понял. Я знаю, в чем дело. Знаю, что ей нужно. Широкие жесты, вот чего ты хочешь. Нет, не так. Хватит, Эйми. Хватит. Ты запуталась. И запутываешь меня. Посмотри. Он не знает о нас. Посмотри. Узнаешь его? Нет. Нет. Надо идти вперед. Нет, я не хочу. Я хочу, чтобы ты оставила эту жизнь и стала сильной. Неужели не видишь? Я не хочу. А чего ты хочешь? Реальности? Хочешь в реальный мир? Отлично. Какого черта? Катись. Что? Тебе надо уйти отсюда. Это ты. Я тебя не трону. Что я сделал? Не надо. Я был под кайфом. Я не помню. Ты не помнишь? Был под кайфом. Мне плевать. Ты не мог забыть, что сделал. Идем в полицию. Я им сдамся. Хватит. Этого не может быть. Уходи. Что это? Ной, стой! Его жизнь кончена. Простите. Что ты сделал? Он исчез. Скоро он превратится в бледную тень, стертую из памяти. Ты не Ной. Конечно, нет. Ной умер. Интересно, когда ты поняла? С самого начала? Неужели так похоже вышло? Как-никак, ты поверила. Что тебе надо? Любви, я же сказал. Это не любовь. Это манипуляция. Ложь. Ложь, которую ты выбрала из-за любви. Я тебе нужен. Даже вот такой. Эйми! Эйми! Как ты могла?
Иди сюда. Здесь красиво. Большинство людей не могут это оценить. Я хотел, чтобы ты оценила, но ты возвращаешь нас в дом. Не знаю, зачем. Где мы? Когда ты коснулась меня, когда оттолкнула без позволения, никто меня так не трогал. Я на тебя влияю. Я не хочу. Это происходит. Происходит. Мы вместе. Ты не видишь? Мы будем вместе. Что тебе надо? Это чувство, которое я испытываю. Любовь, которую дарю тебе. Мы сливаемся. Все ради этого. Ты не любишь. Докажи. Раскрой мне глаза. Будь со мной. У тебя есть выбор. Не отвечает. Мел. Поехали. Так будет быстрее. Черт. Мы с тобой едины. Один разум, существо, вселенная. Нужны ответы? Мы найдем их. Мы позовем Бога, и Он откроет дверь. Покажем свою силу. Силу. Верно. Тогда еще одно. Что? Закрой глаза. Зачем мы здесь? Пора прощаться. Правильно. Все будет хорошо. Нет. Приехали. Правда? Да. Выключи мотор. Вот это да. Я на машине. Точно. Ладно, пойдем. Прости, Ной. Я скучаю по тебе. Но не сдамся. Ты не Ной. Ты образ, слепленный из моих мыслей. Он был не таким. Он был козлом. Слушай, ну и странная у тебя семейка. Слушай... О чем ты говоришь? Она меня ненавидит. И он мог быть очень милым парнем. Но это ж... Перестань! Он не был воспоминанием. Я могла... его чувствовать. Тебе этого не понять. Погоди, что-то тут не так. Человеческое. Прекрати. Хватит. Отпусти. Отпускаю. Это мой разум. Мы не в твоем разуме. А в моем. Эйми, не надо. Я ненавидела эту шапку. Эйми?
Эйми! Эйми! Нет! Не надо! Эйми! Эйми! Происходит. Не волнуйся. Все будет хорошо. Все уже хорошо. Пустое пространство. В ролях Валерий Аллен, Джо Синклитика, Рэйчел Олсен, Остин Сэвидж, Пабло Медина, Марлон Льюис, Хуан Мануэль Касарес и другие. Продюсеры Эндрю Джара и Валерий Аллен. Автор сценария и режиссер Эндрю Джара. Оператор Эндрю Джара. Композиторы Уильям Мёрдок и Даниэль Таранга.